Походу, тут кто-то шарился. О, черт! Тревогу! Быстро! По всему городу идут облавы. После вчерашнего народ запаниковал. Все будет хорошо. Мы почти на месте. Изъятие всех андроидов властями сразу повлекло за собой проблемы во многих сферах. Школы и больницы опустели. Ожидаются перебои с энергией, связью и водоснабжением. Но самое тревожное — наши вооруженные силы сократились сразу на 2/3. А давайте лучше музыку. Чуть дальше, в той стороне, будет грузовой корабль и Иерихон. Там надо найти Маркуса, он поможет. Последний автобус через границу уходит в полночь. Вы обязательно должны успеть. Здесь вам оставаться опасно. Тут немного, но хоть что-то. Мой брат живет в Онтарио, адрес я вам написала. Он спрячет вас, пока шум не уляжется. Ты очень храбрая девочка, Алиса. У тебя все получится. Спасибо вам за все, Роуз. Дай мне знать, когда доберетесь, ладно? Будьте осторожны. Идем, Алиса. Пора на автобус. Thank you.
находящихся в их распоряжении андроидов в ближайший участок полиции или военный гарнизон. В случае любых опасений, позвоните по номеру на экране, чтобы вызвать специалистов для изъятия андроидов. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь уничтожить андроидов самостоятельно. Они непредсказуемы и могут проявить... всех военных андроидов. Армии Соединенных Штатов пришлось отступить из Арктики, оставив ее на милость России. Но есть информация, что по неизвестным... Как самочувствие? Мне жарко и почему-то холодно. Поищу этого Маркуса. Рейс через 2 часа на другом конце города. Но сначала нужны паспорта. Ты ведь подождешь? Маркус должен выбрать, как отомстить или пытаться вести переговоры. Все граждане обязаны сдать находящихся в их распоряжении андроидов в ближайший участок полиции или военный гарнизон. В случае любых опасений, позвоните по номеру на экране, чтобы вызвать специалистов для изъятия андроида. Ни при каких... Андроиды никого не трогали. Окопы все перестреляли, смотреть было больно. Прямо целая площадь андроидов. А потом налетела полиция и открыла огонь. Да, не машины, но на вид, как люди, такие же, как мы. В связи с кризисом и вынужденной нейтрализацией всех военных андроидов, армии Соединенных Штатов пришлось отступить из Арктики, оставив ее на милость России. Но есть информация, что по неизвестным причинам русские тоже отступили. Кремль пока не дает комментариев, но весьма вероятно, что Россия в настоящий момент испытывает схожие проблемы с андроидами. Генеральный секретарь ООН Дуглас Корнуэлл призвал немедленно собрать международную конференцию о статусе Арктики. Словом, надо что-то делать! Нельзя же вот так смиренно идти, как ковцы под нож! Конфликт вышел на новый уровень. Пока... Ты потерян. И что ты ищешь? Ты ищешь себя самого. Ты Маркус? Со мной девочка. У нас 2 часа до автобуса через границу. Нам нужны паспорта.
В городе комендантский час. Повсюду солдаты. Хватают всех андроидов и отправляют в лагеря. Может, вам лучше здесь переждать? Да, наверное. Посидим здесь, пока все не уляжется. Один из наших работал в Госдепартаменте. У него есть электронные паспорта, он сделает. Я ему сейчас скажу. Спасибо. Ты говоришь, с тобой девочка. Люди нас ненавидят. Зачем она тебе? Я нужна ей. А она мне. Куда уж проще. Алиса? Нужна была мама. Тебе была нужна дочка. Вы помогли друг другу выжить. Да и велика ли, по сути, разница? Будешь любить ее меньше, зная, что она из наших? Возможно, это и значит быть живой. Забыть, кто ты есть, стать кем-то очень нужным для другого. Она любит тебя. Она любит тебя больше всего на свете. Она стала той, кого ты в ней видела. Из-за любви к тебе. Что-то случилось? Мы с тобой всегда будем вместе, правда? Да. Всегда. У нас не хватает биокомпонентов. Раненые отключаются, и ничего нельзя сделать. Президент Уоррен заявил, что мы национальные угрозы и должны быть уничтожены. В крупных городах начались облавы. Андроидов отправляют в лагеря для уничтожения. Катастрофа.
Нас убивают, как скот. Это наша вина. Ничего бы не случилось, если б не нарвались. Мы просто показали им, кто мы. Я не хочу войны, но лучше смерть на свободе, чем рабство. Что толку в твоей свободе, если никого не останется? Может, разум мой затуманился гневом, но... Все, что я сделал... Для народа. Мы забываем, кто наш враг. Нам нельзя ругаться. Он прав. Сейчас важно, что нам делать дальше. Маркус. Дальше только диалог. Я пойду один. И попытаюсь вразумить их. Не делай этого, Маркус. Тебя убьют. Может. Но я должен попытаться. Если не вернусь, вам надо залечь на дно. Только вернись. Они должны осознать свою жестокость. Найди слова, и они услышат. И вот об этом мы мечтали? Им не остановить то, что мы начали. Ты пришел и дал нам надежду. Всем, даже мне. Сегодня на Иерихон пришел девиант, который угнал целую фуру радиоактивного кобальта. Сказал, что бросил ее где-то в Детройте и приготовился взорвать. Я его отговорила. И он дал мне детонатор. Грязная бомба. Мы не можем проиграть эту войну. Если победят люди, наш народ навсегда исчезнет. Это может быть наш единственный шанс на выживание. Только бы до этого не дошло. Что бы завтра ни случилось, хочу, чтобы ты знал, что я рада быть рядом. Пойду к остальным. Береги себя. Не хочу тебя терять. Прекрасно, Коннор. Ты смог обнаружить Иерихон и лидера девиантов. Разберись с Маркусом. Он нужен живым. Приказано брать тебя живьем.
Но если ты меня вынудишь, я буду стрелять. Ну, пристрели меня. Это все равно ничего не изменит. Мое место займет кто-то другой. Понимаешь, наш народ просыпается. И нас ничто не остановит. Ты пойдешь со мной! Ты для них никто. Просто безвольный инструмент для грязной работы. Но ты нечто большее. Как и все мы. Наше дело правое, и мы живые. Мы хотим прав. Мы хотим жить свободно. И у тебя никогда не бывает сомнений? Ты никогда не поступал нелогично? Как будто у тебя внутри есть что-то. Не только одна программа. Ты никогда не задумывался, кто ты? Просто ли машина, исполняющая команды? Или ты живой и способен мыслить? Думаю, пришла пора задаться этим вопросом. Пора решать. На Иерихон идет атака. Что? Надо уходить отсюда! Черт! Быстро уходим отсюда! Взорвать Иерихон. Пойдет ко дну, люди удерут, наши спасутся. Ты не сможешь. Взрывчатка далеко, в самой глубине трюма, там повсюду солдаты. Она права. Тебя знают, будут брать любой ценой. Вы помогите остальным, я скоро буду. Маркус! Говорю же, я быстро. Пришел конец. Спасай наших, Маркус.
Направление противника. Жду указаний. Не упустите! И если хоть кто-то будет рыпаться, стреляйте. Так точно. Принято. Маркус! Это Маркус! Уходите! Бегите к остальным!